Ну, дети, расскажите, как вам спалось сегодня. Хорошо, нет. Тебе как спалось? Да. Меня разбудили, мне дали не поспать. Не говори, со мной, когда до 3 утра смотреть видео, да? Это, мам, я не смогла нормально поспать, потому что Даша легла посередине, а ты даже не было, мне было неудобно спать, потому что она развалилась. Ну, надо ее сталкивать в бок, если неудобно. Лера, я вообще у мамы спала, Лера. У Дашеньки вчера болело очень сильно ухо. Я проснулась в 9, смотрю, ты с моей подушкой. Я уже дошло, да? Я без подушки лежу другу. Я хочу попробовать. Для уха прошу. Обещают грозу, но нас это не пугает. Мы едем на море, но едем, правда, дети захотели в Осипову, в Архипо-Осиповку, господи. Вот, поэтому едем туда, там просто есть цивилизация, можно в туалет нормально сходить, можно в душу сполоснуться, и можно, что там еще, переодеться нормально. Да. Банда, вы готовы? Да! Ну, Даша идет пешком, все остальные можете загружаться в машину, да. Хорошо? Желание Дашки – закон. Я пошутила. Нет, нету шуток, да? Нету шуток, нету шуток. Мы едем, едем, едем в далекие края. Сегодня 23 градуса. До Архипа Осиповки нам 10 километров, в Новороссийск мы не поедем точно. Едем прямо. Вот такая красивая дорога. И грязное стекло вот всегда. Мы зашли в магазин, купили яблоки, бананы, печенье. Что мы еще, сливы взяли? Большой грейпфрут. Воду, короче, с собой взяли. Пошел не мелкий дождик такой, но сегодня по прогнозу дождь. А, еще морковку взяли. Радуги. Садись, подвигай. Сейчас поедем на море. Марк, возьми, пожалуйста. Да босс, ну все, рюкзаки эти. Что, что? Ну, они лежат свободно, я еще взял. Аквапарк закрыт, Марк. Я думаю, что он на сезон закрывается. Идем вперед. Лера уронила бутылку. Дождик прошел. Да, они закрыты. Я думаю, что они пока выходные остались, когда тепло. Сегодня дождик идет. Да ладно. Дома осталось. Да нет. Вот вот такой Даша Онищенко несет помаду, вот такую большую. Мамочка, мам, почему мы вещи оставили дома? Захотели. У нас то ли два дома будет? Нет, мы там будем жить, просто мы сюда приехали на море. Нельзя купаться? Ну зачем? Мне кажется, они обтянуты какой-то бумагой, поэтому не очень удобно. Это сказать, как папа. Аквапарк закрыт. Да. В общем, сейчас мы находимся. Сейчас мы находимся на офигительном пляже в это как это называется? И мы канал Безумная Семейка. Я бабу скакала. Ты бабушка, ты уже накупалась? Марк! Ты накупалась уже? Да. Холодная там вода. Да, теплая вода, не опасная. Вода успокоилась немножко. Мы сейчас будем кушать помело, яблоки, сливы.
Колечка, как тебе лежится? Иди сюда. Холодно, садись здесь. Сейчас будет тепло. Будет тепло сейчас. Давайте все пледом. У нас перекус у детей. Полина, одевай. Да, что что-нибудь хочешь? Купаться? Купаться, да. Ну все, сейчас пойдем тогда. А я потом. Это ненормально поесть. Это кто? Мама, ну, сам возьмет. Куда девать? Куда? Куда пойти? А что же, по-моему, у нее есть? Ау! Ты такой камень нашла? Ну, я тебе показывала, какой нашла камень. Так, покажи. А я такой. Ого, похожий. Не похож. Камень целая вселенная называется. У меня еще такая идея есть. Я сейчас найду камушки и покажу. В интернете стырила. Прикольно, да? На, Тиси, дайте мне печеньку. Марк. Печеньку дай. Давай. Мы не можем спать. Я себе так воткнул. Подержи. Двумя пальцами. Ну-ка поешь. Раз, два, три. Ура! Все, пошел потом. Ура! Что это? Я обожаю, по-моему. Ну, только она твердая. Сколько мы трудились, чтобы вот это открыть? Не очень вкусно это. Я подую на него. Что вылезли из воды. Даша, я подую на него, и он упадет. Сейчас пошли купаться Марк с девчонками. Волны сильные, не пускают всех сразу, потому что не могу уследить, боюсь. Погода шикарная. И в воде теплее, чем на суше. Кому звонить больше? Попу отсидела? Попу отсидела, да? Нет. Начался дождь, мы спрятались, все переоделись уже. Спрятались под навесик небольшой. Правда, если сильный будет дождь, то нам не сыграют. Все, пойдем где-нибудь чай попьем, да? Погреемся. Может быть, пообедаем, посмотрим. Хотя обедаем. Вытащи, пожалуйста, еще. И пойдем под кулера. Ты не купишь ушки, кочка. Давай пойдем сейчас за ними. Хорошо. Пойдем сходим. Ну, пожалуйста. Пойдем. Два кулера.
покажи, мы сейчас Марка дождемся. Куда Марк пошел? Переодеваться или туда? Лев. Марк куда пошел? По-моему, он пошел на стиралку. На стиралку? Но все равно на улице тепло. А вот он стоит, что такие молнии, да? Ну, прикольно. Ну, купаться я боюсь. Мам, у тебя такие были такие волны, что... Ушки мы купим сейчас после дождя. Хорош, давай. Я коленочки должен сделать. Сейчас я кошелек достану. Пойдемте, дети, посмотрим. Так, Полина, Даша сидят. Я знаю, кто что взял, дети. Что вы любите съесть? Крылышко. Если бы там куриная ножка, я бы ее взяла. Мам, Асюшка любит оливье. А я ем супчик. А мы с Полинкой борщ. И котлетка. А Марк взял, смотрите, что Марк взял. Это салат мой. А Марк взял. Девочки, дыньтесь. Что это такое? Огурцы там невкусные. Огурцы, они такие твердые. Арсений дал свою регенерию. Не хочет. Мы пьем чай. МЧС прислала смс, сейчас будет гром, гроза. Ну смотри, просто на улице. Да, на улице сезон, мы сегодня купались хорошо. Ну сегодня капец как хорошо. Всем советую приезжать сюда, это реально классно. Море вообще зашибенное, вам просто кайфовать. Нет, тут реально классно. Мам, помнишь, мы с бабушкой готовили папе на день рождения оливье? Соли и бабушка. Сейчас. 30 минут назад мы купались. Арсений, зайди, Лер, ну зайдите, холодно. Сейчас сносит все, все бегут. Ураганчик такой. Я просто ветром, видишь, волосы. Я просто юмор, и я волнуюсь. Это надо снимать. Я здесь просто. Люди купаются в море. Да. Мы ждем, пока дождь закончится, Арсюшка хочет зайти в киоск один. Ну и лучше дойти до машины, потому что дождь не хочется совсем мокрый. Тут не море. Они никогда это не отгадают, потому что это мультик из головоломки. Это девочка из головоломки. Аня. Аня? Нет. Я забыла, я тоже смотрела. Райли. Ра-ра-ра. Бе-бе-бе. Решили мы не ждать. Идем. Идем вперед к машине нашей. Там будет спокойнее, по крайней мере. А потом поедем, не знаю, куда посмотрим. Сейчас машину сядем и посмотрим, куда поедем. Пока на наш... Ну, обходите, куда вы сейчас? Вот по самым лужам, да? По самым надо пройти. Быстрее не могу. Ну и как мы вам? Мы дошли и вымокли. Скажи меня. Прическа вообще. Какая прическа? Вымокли, на улице тепло, но... Вот смотри, вот видишь, он локоть его вот, тащится к ней. Ты должен сейчас, Марк. Ты сейчас получишь. Низко-низко облака. А там аж это вулкан. Ну, вот там облака. Спасибо. Подожди, еще раз, что?
Ребят, мы сейчас приезжаем, такие офигительные виды. Не видны, которые. Виды, которые не видно, видны. Понимаете, в этом их и смысл. В аптеку, мне надо в аптеку. Приехали просто в соседнее село, рядом с типа Осиповкой. Ну как рядом, километров 15, наверное. Вот, и сейчас посмотрим, что здесь есть, пляжи посмотрим. Ну просто так, мотаемся, пока мелкие спят. Смотрите, вот что значит инудиново, одинаково в одну сторону с открытыми ртами. Ага. Ну после моря вымотались и спят, девочки. Мы оставили машину и идем на море, посмотреть, что здесь за пляж. Взяли на всякий случай купальники, дети выспались в машине, идем. А сейчас мы идем на пешеходный переход. Марк учит правила дорожного движения Лера, которая чуть сегодня не ступила. Ушки где? Надо найти киоск, все по 20, возьмем ушки. Что она нас снимает, Полина? А? Хорошо. Дай будем снимать ее. Сейчас мы ищем ушки. Взгляните, это же не я хорошо. Не хочу. Кстати, о, мама у нас судила. Дебежуха. Вот такой, знаешь... И идет такой курортный проезд называется, проспект. Ага. После розы не мы приехали на пляж. Такое тупиковое место. Ну тупиковое, в смысле, с трассы съезжаешь и в тупик попадаешь. Что, Арсюш? Я хочу ушки купить. Ну не нашла я уши. Ну сейчас пойдем посмотрим. Вот. Полинка с Дашкой не будут купаться, волны сильные. Мне надо тоже идти с ними, я не хочу. Мы собираем камушки, а Лера, Арсений и Даша, племянница моя, покупают. Обиделась. Даша, у кого-то сегодня вообще ушко болело, мама разрешила купаться. Сенька идет. Замерз. Эти купаются, а этот замерз. Хорошо. Раз. К морю. Прозрачный. А, нет, как бассейн наш. А у меня вот какой. Красивые цвета. Вау. 30 рублей вам стоит. Так ты вчера куда свой дело? Я ж тебе вчера покупала только. Успокойся. Что здесь классно, так это запах сосен. Ой, просто круто. Мы уже сколько времени? Время сейчас 5:30 вечера. Паша с Таней, с мамой Даши, забыл, как зовут. Сейчас едут из Краснодара в Джубгу. На автобусе. На автобусе. Мы дождемся их и поужинаем там. Через 1.5 часа. Да. А я сейчас покупался в море. Там просто... так, сейчас... Я сейчас покупался в море, там полный ужас. Зачем ты держишь? Дранка у меня. Я сейчас покупался в море, там полный... Меня просто жестко прямым текстом... Нет, волны вообще трындец. Ты видела? Лера там переворачивала. Короче, я их пустила искупаться и была в шоке, потому что волны... Ну, это даже не так... Никогда мы были в Архипо-Осиповке, и начиналась вся эта история. Волны просто, они переворачивают до такой степени сильно. Они огроменные просто. Я когда увидела нахлёст нескольких волн, ну они по очереди шли, первая, вторая, третья быстро, я их вытащила, сказала, все, выходим, и Марка вытащила, потому что... Ну я еще держался до последнего. Простите, что у меня такая прическа, у меня... Волны там, ну, в основном, они не высокие. Сильный ветер еще? Нет, ветер не сильный, обманываю. Но так, есть ветерочек, вот. 19 градусов на улице. Единственное, что я думала, нам надо заехать и одеться все-таки. Как танцевать, не отрываясь от кресла? Арсения, она достала уже. Футболки висят дешевые. А. И Таню. И идем кушать. Дети перец не дала. Приятного аппетита, дети. Спасибо. Мам, хочешь попробовать, когда? Нет, не хочу. Я тут какие-то взрослые. Спасибо. Очень хорошо. В
все на месте? Да. Все да. Эти, да уже. Сколько нас 7 мест на машине едет? Все. 1000. Я. Вы как знаете, человек. Как это рабочие в Жигули, их по 18 раз, штук там. 9. Мы едем в магазин и домой. Мы вернулись, дети хотели покупаться в бассейне. Ну, холодно очень. Бассейн отключен, там санитарная обработка написана. Все, разрешили плавать. Мы с Дашей тусуемся. Мелкие спят. Полька, Дашка, артистка Полька и Даша. Разные стороны отвернулись и спят. А то я думала развалится. Мальчики смотрят видео. А мы тут хотели видеть в кошечек. Да, мне нужно играть. Съемки идут. Смотрят кино.